Всем привет! Сегодня проведем тренировку на свежем воздухе с элементом закаливания. Немного потянемся и поработаем на пресс. Так, поехали! Будем делать 10 подтягиваний и 10 подъемов ног сразу без отдыха. Это был первый подход. На улице примерно 18-20 градусов минуса. Итак, отдыхаем. Сейчас сделаем еще один. Мы провели небольшую тренировку с элементом закаливания. Сделали 3 подхода. 10 подтягиваний, 10 подъемов ног. Выходите, закаливайтесь, пишите, оставляйте свои комментарии. Всем удачи!